Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать очень крутой проект под названием Ultraland. Ребята, заходите, играйте вместе со мной, потому что сервак очень классный, очень годный. Я сам тут буду время от времени играть. IP и порт есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я буду делать обзор нового проекта под названием SSR World. Ребята, вы только посмотрите, это у нас спаун, то есть я только что прошел регистрацию, я появился на спауне, спаун очень большой, спаун очень просторный, сделан он очень классно, очень бомбезно, он мне очень сильно понравился. Ребята, идемте дальше. Вот я немножко выхожу из спавна, я вижу много разных домов, много разных построек, то есть все это сделано в стиле какого-то города. Как по мне, это просто бомба, потому что таких серверов я раньше вообще не видел. Это уникальный проект, уникальная разработка, и поэтому я очень рад, что я делаю обзор именно этого проекта. Также, ребята, хотелось бы отметить, что тут очень крутая статистика, потому что вы только посмотрите, тут отображает, сколько у меня золота. Золото — это игровая валюта. Дальше пишет, кто я по рангу, я юзер, дальше пишет группу ВК, а также пишет свободную фан-группу. По всей видимости, это именно фан-группа этого сервера. Ребята, давайте я напишу команду варп. Так, и я посмотрю, какие же тут есть варпы. Это у нас варп РП. Варп РП — это у нас самый обычный спаун. Кстати, ребята, хочу отметить, что если выйти с обратной стороны спауна, тут есть очень красивый поезд, то есть, как по мне, сделано очень классно, очень бомбезно, потому что нигде такого раньше я не видел. Ребята, дальше пишу команду варп, и я посмотрю, какие же тут есть еще варпы. Варп. Варп мед — это у нас больница, да? Ну, давайте я зайду и посмотрю, что же тут есть интересного. Чтобы строиться во фракции медик, обращаться к администрации. А, я понял, то есть тут можно работать медиком. Ничего себе, ребят, как же это классно, как же это прикольно. То есть я понял, на этом проекте мы можем выбрать сами себе профессию. Ух ты, как же это классно, как же это бомбезно, когда ты хочешь станешь медиком, хочешь станешь военным, хочешь станешь там еще кем-то. И, ребята, чтобы им стать, вам необходимо просто зайти и поиграть на этом проекте. IP и порт есть в описании. Давайте я зайду на второй этаж, я посмотрю, что же тут еще интересного я могу найти. Так, ну тут у нас самые обычные больничные палаты. Ничего себе, как же классно. Ребят, я только представляю, как же долго все это делали, сколько усилий вложили в этот проект. Просто я уважаю очень сильно создателя, потому что он реально потратил не один день на постройку всего этого. Также тут есть у нас варп армии. Армия? Ух ты, ну давайте, давайте отправимся в армию. Это у нас здание военкомата. Ребята, вы только посмотрите, что же у нас есть в военкомате. Я вижу голову, я вижу кровь. Честно говоря, мне страшно стало, поэтому давайте лучше отправлюсь на другой варп, потому что тут как-то все слишком страшно. Варп. Я еще хочу отправиться на варп-магаз. Это у нас варп-магаз. Ребята, в этом магазине мы себе можем что-то приобрести, но пока что он закрыт, потому что тут стоят невидимые блоки. Но я думаю, что в скором времени его откроют, и все будет нормально. Я считаю, что с такими проектами будущее Minecraft Pocket Edition. Ребята, конечно же, IP-порт я оставлю в описании, поэтому заходите, играйте вместе со мной. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.